О, я вот так стану, давай, прям в голову мне. 760 жизней. Привет, дорогие друзья, с вами Димас, Крошка Окрошка, Виктор Кошак, Стрелок, Абгай, Стаканчик. Как всегда, очень много классных подписчиков. Пацаны, скажите какие-то интересные слова. Всем привет. Хай-хай. Всем привет, я говорю очень классные, интересные слова. Да, мне кажется, это очень крутые слова. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а у нас рубрика «Какой монстр Хендерсона выдержит это?». Все знают эту карту, что она очень прикольная. Поехали. Что, Виктор Кошак сегодня будет нажимать у нас кнопки и пытаться меня замочить. Стоит у нас эталон, который убивает, когда у тебя 100 хп. Нажимайте. Трагняку. Пам. Готов. Да, видите, убивает сразу. Ого, я прыгаю высоко. Вперед иди. Сейчас, подождите, я могу летать. Нет, не могу летать. О! О, так, давай. Ну что, готов? Что? Просто отлетел. А почему? Так быстро. Подожди, у нас вот этот есть чилипиздрик. Он намного должен быть живучий. Ну-ка. А ну-ка, сосиска, давай. А ну-ка, подожди-ка, балабака. О, я могу прыгать пузом вверх. Сейчас. Что происходит? Я не могу летать. А ну, нажимай, может так убьешь, не? Нет. Сейчас. Управление просто на высшем левеле. Ну, мы профессионалы своего дела. Нажимай. Опа, да почему? Тебя... Раньше же, помнишь, такого не было? Я помню, это пофикшенная карта. Тебя прям в этот блин раскатал. О, кто знает Сиреноголового? У него вроде бы 500 000 жизней, да? А он влезет сюда? Да, не знаю. О, попробуй меня физганом приподнять и засунуть туда. Я не могу эту ступеньку пройти. Так. Стой, тяжелый кабан, что ли? Да, ты даже не можешь. Слишком. Ты тяжелый, я тяжелый кабан. я не могу прыгать. Да блин, могу такими ногами топтать. Ну-ка. Сверли. Я так понимаю, что они теперь ваншотят любого. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся людям продлежить хорошим настроением. Я даже не знаю, кого тестить, они одноразовые все какие-то. Ну они огромные, они еще не пролезают. Да, я не знаю. А ну-ка, поднимай это лезвие. Я могу прыгать за него, я же вспомнил. Сейчас я запрыгну. Надо разгончить. Ой, я застрял на ком-то. Сейчас. Вот, вперед. Все, лечу, четко. Ой. Сейчас, стой, вот так вот. Во-во-во-во-во-во-во. Лягушка, давай. Опа. Отлично. До этого момента было. Странный мод. Так, ладно. Мы туда потом в следующий раз пойдем. Давай сюда. Что это здесь? Голову отрузвает? Это то же самое, только лежачее. Давай, нажимай. Попал. Чё, нет. Слишком много голов у тебя, Димас. А ну еще разок. Давай. А чё, ну второй раз не хочет? Нет. Плохо я не могу в воздухе управлять, а когда задаю ему инерцию... Он просто летит вперед и все. Я ничего не могу сделать. Да. О, идеально. До этого момента. Хорошо, идем до молота. Прыгаем сразу заранее. Ты сейчас отлетишь далеко. А ну давай вот так, даже если я не буду заходить, сможет меня лупануть? Да нет, ты так можешь только муху. Опа. Да почему крышка унитаза, если это молот? Нарисовала странно очень. Я случайно. Так, прилетело в лобешник сиреноголовому. У нас же есть вроде пилпаки. Сейчас мы попробуем пилпак взять. Там точно 500 000. Так, а ну давай, прихлопывай кабака этой большой. Ребята, сейчас покажем, как надо забивать гвозди. Вот так надо встать, это будет идеально. Тяжелый, да, кабан? А ты не в ту сторону встал, Димас. Видишь, как это? А-а-а, я вижу. Так, сейчас стой, надо с разгончика прыгать. Оп. Как чилипиздрик прыгает. О! Давай, тут столько крови, мне уже... У нас есть монстр Хендерсона. Вот, смотрите, 5000 жизней. Снова перелетел.
А, нет, этот нормально управляется. Пилпак хорошо управляется. Давай. Все, готов? Да. Лови. 5К. О, смотри. О. И уже ты не можешь меня убить. Все, вынесло 3... осталось 3... Короче, 2700 ты вынес. Эй, новый молоток. Так, хорошо. А ну давай теперь тогда пойдем к первому. Там, где ваншотило. Давай посмотрим, сколько оно убивает. Так, давай, я обнулился. Ну-ка, давай, мочи. Бам. Ух ты, блин, я дернулся. Эй, она так нечестно. Не закрылась. Она еще за собой утянула половину. Так. А ну-ка, собака голов, тоже 5000. Ой, 5К просто. А ну-ка, давай, фигач. Ага, видишь, сразу не дамажит, потихоньку дамажит. Ну как-то странно, давайте. Нет. Она медленная кабака. Давай сюда, на сверлилку ног. Как раз у меня ноги такие. О, годки. Это, кстати, я не прыгаю, оно само откидывает. Чё ты отлетаешь? Оно наоборот тебя засасывает. Эй, должно засасывать, оно отталкивает. Смотри. Ха-ха, странно. А ну давай это челепиздрика. Твой любимый кошак, помнишь в той серии? Да-да-да, я его еще строил. Ну что ты, умира... Нет, эта штука дамажит очень мало, неинтересно. Давай сюда, в молотилку. А, это не молотилка, это трупанейшн. О, кстати, я просто упал, и меня дамажит. Ого. Там почти все лежат, кроме тебя. Ой-ой-ой-ой-ой, сальтуху, знаете, как делать? Так, что мы сейчас можем делать дальше? Ой, электрокабака. О, тест. Так. Но вот это мы не тестили. 2200, давай. Да она мало дамажит. Что-то по мозгам тебе проехалось и все. Ну не так знаю, себе, не очень. Да, давай сверлилка, давай обнули себе жизни. Эй, чувак. Он забрал твою руку. Давай, давай, подожди, стой. О, это хорошо, штука дамажит. Довольно-таки неплохо, мне понравилось. Так, ну... Ой, прям быстро она разобралась. 5000 жизни, очень классно. О, давай сюда запрыгну. Давай. Сейчас, подожди, с разгончика в миксер. Давай, прыгай в миксер. Эй, откинул крышка. О, попал, попал. Ребята, ну что, с богом. Напишите давай, в комментариях, сразу умру или, или не сразу. Музычка весела, погнали. Моментальная смерть, буквально пара ударов и все, и меня не стало. Да, это очень жестко. Так, давайте теперь попробуем с высоты упасть. О, вот и там. О, я могу его подсрачник? Он уже есть подсрач? Я думаю, что через этот ударится. О, от блин, не упал, обидно, обидно. А ну еще давай ты попробуем тебя лупануть. По красоте. О, упал. А, там куча палок. Нифига себе он летит. Ну что? И прям в миксер надо было прыгнуть. Блин, маленько. А у меня не добавили жизни. О, даже чужого будем тестить. А что здесь? Нажимай. Ну-ка, это пропасть. Давайте, напишите, кто живучий, чужой или я? Монстр. Сейчас вас сожмёт. Так, чужой, обычный человек или Димас в роли котика. О, ну-ну-ну, кто же быстрее умрет? Я что, весь удар на себя принимал? У меня жизни только тратится, или у вас тоже, пацаны? Тратится. Все, ты выиграл, Димас. Да, а у меня только медленно вот они тратятся. А я самый живучий кабан. Потому что у него 1000 жизни, а у меня 5000. Получается, я в 5 раз живучий его. Вылетим, чтобы жизни остались. Так, ну что, ребята, сейчас будет самое интересное. Выстрел из пушки. Так. Сейчас попробую залететь каким-то образом. А ну давай, заряжай пушку. А ну-ка. О, я вот так стану, давай, прям в голову мне. 760 жизней. Вот, блин, не попало. Снова промазал, ладно. Так, блин, как же что-то попасть в дуло это вонючее. А, он ее сейчас приподнимет, когда она будет стрелять, и я залечу туда. О, вот так вот, все, я в дуле. Какая разница, жизни должны отняться. Стреляй. Чем-нибудь там, можно стрельнуть?
Отняла жизни. 10 хп. А почему так что-то, мало жизней? Что-то совсем тухленькое. А давай катапульту древнегреческую. Так, кабака. Это какая-то странная штуковина. Ну-ка, да. О, три холодильника еще, пацаны, есть. О, давай попробую карту обнулить. Вот, блин, странно. Давай я попробую обнулить, а то я физгана поймай. О, поймал. Ложим холодильник, ребята. Профессиональный заряжальщик катапульт. Обращайтесь. Отлично, я тоже туда залажу. Пацаны, размагничиваю. Сейчас возьму этого Феликса. Размагните ее. Я ее, короче, зафризил физганом. Я тоже. Давайте, втроем. А где все? В смысле? Мы на катапульт. Во! Ого, вот это был удар. Но сильно оттолкнуло, но жизни не отняло совсем. Да, странная штука. Нати. Что это было за подстрачник? О, у нас такая вот штука есть даже. Здоровенная. Сейчас мы ее поймаем. Вот так вот. Ой. Чпоньк. Полетела. Смотрите, как четко. Бум, не долетела чуть-чуть. О, давайте аниматроника запустим. А ну, аниматроник, вставай. Залазь. О, один чилипиздри готов. Ну что, вы отправляетесь, ребята, в долгосрочное путешествие. В дальний полет, прощайте. Блин, такую катапульту бы нам обычную карту сандбокс, было бы круто. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Это сейчас.